Добро пожаловать на просмотр РПшки по Motor Depot. И сегодня наш персонаж — это полицейский, который работает вот в данном вот здании. Вот оно, только здесь почему-то написано милиция, а не полиция. Хотя время уже полиции, но ничего страшного. И вот сейчас уже оформим все документы в форме. Он пойдет на парковку, сядет в УАЗик полицейский, который вы сейчас увидите. И его задача сегодня — патрулировать район, ездить по дорогам, по дворам и следить за порядком, ловить нарушителей, ну и вы сами все понимаете. Так, ну давайте сейчас садимся в УАЗик и, собственно, поедем по районам кататься. Так, давайте заводимся, включаем переднюю передачу и поехали. Так, понятно, полицейские будут ездить по правилам, с поворотниками, не превышая скорость. Так, машин нет, с поворотничком выезжаем вот так. Как заметили, на парковке машин не было. Видимо, наш полицейский самый последний вышел на работу. Так, ну и вот ездим вот сейчас вот по такому району, где массивные дома такие, многоэтажки, всякие образовательные учреждения и тому подобное. Так, давайте заедем в двор. Вот так вот покатаем сейчас. Вот так вот это выглядит снаружи. Вот такой вот у нас УАЗик крутой. Ставь лайк, если нравится такой УАЗик. Так, ну пока что ничего не происходит. Но никто и не говорил, что в первую же минуту что-нибудь должно произойти. Так, вот у нас слева школа. Так, сейчас повернем, выйдем на дорогу. Никого нет, пока что даже машин на дороге не встречали. Так вот с поворотниками все едем. Так и выезжаем на дорогу. Сегодня покатаемся по части Серпова. Выезжать за его пределы не будем. Так, знак «Уступить дорогу». Так, там никого нет. О, вот первая машина едет, «Москвич». Но ничего такого не происходит. Так, давайте его обгоним. И едем, вот у нас здесь администрация слева, магазины справа всякие. Так, ну тут можно ехать побыстрее. Сейчас у нас будет парк с левой стороны. Ну, как уже говорил, ничего пока что не происходит. Вот обратно заезжаем во дворы, там еще одна школа у нас. Вот, футбольное поле, зимой каток был сейчас во дворе. Так, и мы выезжаем к другим магазинам. Ну, сейчас мы туда выйдем. По дворам придется немножко покататься. Вот так вот это все выглядит. Наш УАЗик полицейский. Очень прикольно, кстати, я играю на моде для Motor Depot. Обзор на него у меня был, ссылка была в описании у обзора. Так, и мы выехали обратно к полицейскому участку, откуда мы и начали. Так, и тут начали передавать по рации сообщение, что в Серпов из Лаптар движется грузовой газ, который, возможно, везет контрабанду, и наша задача его задержать. И сейчас нам нужно срочно ехать на пост ГАИ и его затормозить. К сожалению, почему-то никого нету на посту ГАИ, нужен сейчас. Всем постам передавали, кто поедет. Ну и мы вот, наш персонаж отозвался то, что он поедет. Так, сейчас нужно срочно ехать до того поста ГАИ. Хорошо, что мы находимся не так уж и далеко. Все, давайте сейчас нужно топить, чтобы успеть его задержать, этого водителя. Говорят, у него на таможне были какие-то проблемы. Вот, и он каким-то образом выехал оттуда. И все, скорее он везет какую-то контрабанду. И нужно его задержать. Так, и осмотреть. Вот. Ну, давайте не будем так камеру менять, а то уже на встречку он выехали. Так, и сейчас мы подъезжаем уже к посту ДПС, к обновленному. Так, правила все-таки соблюдаем, никого нет. Так, с поворотником выезжаем. И сейчас будем его ждать. Надеюсь, мы успели вперед его. Говорят, он уже подъезжал к Серпову. Так, что больно не светиться. Так вот встанем. Так, все, давайте. Двигатель глушить не буду. Выйдем и будем наблюдать.
Так, ну, а я с вами уже встречусь тогда, когда он будет на горизонте. Вот и появился тот газик. Номера мне сказали, сейчас сверим теленомера. Вот он уже подъезжает. Так, давайте сейчас ему предложим остановиться. Как он на это отреагирует? Так, и сейчас типа просим остановиться, а он проезжает мимо. Так, и сейчас начинается погоня, нужно срочно ехать за ним. Так, давайте скорее садимся в УАЗик и стартуем. Скорее гоним, жалко, нету никакой сирены здесь. Так, и гонимся за ним. Так, момент, где я за ним гнался, вырезал, потому что я его еще догнать не мог. Так, сейчас нужно скорее ехать. Так, куда ты лезешь? Так, чуть авария не произошла сейчас с Жигулишкой. Так, где он? Так, его чуть не видно. Вот-вот он едет, все. Так, давайте скорее едем. И сейчас, типа, наш полицейский рупор просит его остановиться, прижаться к обочине, но он игнорит. И наш персонаж решает идти на таран. Так, включаем аварийки, еще и машина по встречке идет. Так, давайте его так вот затараниваем. Так, надеюсь, он сейчас нас срезаться не начнет. Нет. Так, все нормально, он остановился. И сейчас нужно вызывать другие наряды и его задерживать. И таким образом мы задержали водителя газа, который действительно вез контрабанду, потому что он не стал останавливаться. И мы его, собственно, догнали. Думаю, вам эта РПшка понравится. Если она вам понравилась, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, не забывайте про колокольчик. И всем пока!